Его трудовой стаж почти полвека. На заводе «Прогресс» Николай Казаков работал над проектами, которые вошли в историю. Сверхтяжелая ракета «Энергия», лунная «Н-1», космический корабль «Буран». Имя ветерана занесли на доску почета советского района. Награду так просто не дают. Понимаете, надо всю жизнь работать честно, добросовестно. Нужно, например, срочно для запуска изделия что-то изготовить, очень срочно. Оставались по 2-3 дня, жили на заводе. У входа в парк «Дружба» открыли доску почета «Лучшие люди района». Это те, кто внес весомый вклад в его развитие. Жители, когда приходят, они смотрят на эту доску, они говорят, вот этого я видел, этого я знал, у этого учился, с этим вместе работал и так далее. Это память о тех людях, которые создавали наш город, наш Самара. Инициативная группа жителей могла предложить любого своего кандидата на рассмотрение комиссии. Это было сделано, и из этих кандидатов были выбраны самые лучшие. Комиссия рассмотрела более 50 кандидатов. В итоге на доске почета 30 лучших жителей советского района. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.